Новый образовательный комплекс на острове Русском принял своих первых учеников. В корпусах филиалов Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы начались уроки. Общая площадь комплекса 90 тысяч квадратных метров. Это 9 зданий, в которых расположены концертные залы, построенные с соблюдением самых высоких акустических требований. Это репетиционные залы, это кабинеты для изучения общеобразовательных дисциплин, библиотеки, интернат, где созданы самые комфортные условия для проживания талантливых детей.